Привет всем, на канале Дэзи Тарты, это охота на уток людей. Поехали. Так. Буду я тебя снимать сегодня, короче, целый день. Да. Няш, давай нападем на уток. Погнали. Блин, не знаю, найдем мы уток или нет. Все, это стрим, так что без разницы. Я перейду в процессу. Лучше снимать. Няш. Пошли. Пам-пам-пам. Прямой эфир. Няш. Давай съедим утку. Смотри, вот где-то есть вон утки. Няш. Няш. Но я голодный, знаешь ли. Пипец. Мне, конечно, задонатили на 60 ролтонов, но ты должна мясо мне добывать. Злёка. Эй, злюка, где моя утка? Где утка? Куда ты? А уточку мне найдешь? Где моя утечка? Она не хочет искать утку. Злая. Вот. А я тогда сделаю вот так вот. Ты дичь. Где моя утечка? Где моя уточка? Эй. Где моя утечка? Слюка, она не даст мне уточку. Опа. Ну, блин, ты пыталась. Что это? Что? Что так? А, ты еще столб не врезала, серьезно? Опа. Няш. Ну пошли. Нам уточек надо ловить, а не людей. Это шпиц? Да. Пошли уточек словим. Нам нужен обед. А еще желательно ланч. Яша. Предательница. Пока. Ну да. Она придет и заберет. С обедом. Пошли уточек ловить. Я не погладила, да? А уже маленький еще? 5 лет. А что такое общительный? Это девочка. Не идут так. По парке можно кататься. Как малыш. Свалять, пошли. Пошли найдем уточек. Пошли на охоту. Все, пошли есть уточек. Не. Няш, но мусорку точно это не то.
Пошли. Опа. Зритель. Е-е-е. А кто зритель? Подожди. Ой, отмена. А я чат почему-то не вижу. А, вот чат. Мне просто так тыкнуть, и я вижу чат. Как вам такой формат видео? Сегодня гуляю с Няшей и решил запускать стрим по... Эй, бля, Няша, не показывай таких сцен. Едем. Я не могу смотреть зрителей. В смысле, звук отключен? А, я не знаю. Вот, сменить камеру. Вот, еще и сменить камеру могу. Да уж, все-таки умею. Ах, Няшка, уточек нету здесь. Куда мы пошли? Няша, я хочу съесть уточек. Няша не дает мне съесть уточек. Я недоволен. Няша должна найти уточку, словить ее и принести домой. Сколько раз я буду повторять это? Ну, Няш, ну, это песок. Это не то. Уточка должна быть не из песка, а из мяса и крови. Ну, куда-то пошла. Что-то сзади. Няш, там велик. Няш тебя раздавит. Няш, лови людей. Давай сидим. Он от нас не уедет. Блин. Но он уже далеко. Ничего не поделаешь. Няш. Пара-пам. Да в смысле, чат такой пустой. Аж обидно. Не знаю, как запускать стримы в реальной жизни правильно. Поэтому первый бета-тест сегодня и прямо сейчас. Но, в принципе, работает все гладко. Ой. Да, Няша? Там барам-барам-барам-барам. Где уточка? Уточка. Уточки нету. Няш, нам нужна уточка, а не водоснабжение какое-то стрёмное. Вообще не понимаю, как уточки это любят, ну ладно. Не, Няш, плавать ты не должна учиться. Это я это тебе не заставляю, но Няша. Ладно, я сейчас тебя столкну, чтобы ты точно знал, что тебе туда не надо. Так, наша цель ударить по заднице Няш. Чтобы она не ходила возле края. Иди сюда. Мы догоним ее. Не переживайте, догоним. Ну, что такая быстрая, а? Опа. Еще чуть-чуть. Ё-моё. Опа, она остановилась. Бля, быстрая. Она злюка, злюка, злюка. Няш, ну не такие сцены. Пара-пам. Я не знаю, как сейчас идет трансляция на Твиче, но хотелось бы узнать. Программа Твича, я не зайду. Вау, новую арку сделали. Офигительно. А ничего, его буду доделать, но это уже классика. В принципе, арт какой-то здесь есть. Ну да, ну да. Классно. Шикарное место. Чижовочку не отдам. Моя территория. Тик-тик. Няша. Это же не заядло. Няш, ты где? Уточку словила? Все, иди от меня. Ищи мне уточку.
Ищу уточку. Не подходи ко мне, мне нужна уточка. Давай, пошла. Давай, надо словить уточку. Не будет уточки, все. Я не пойду с тобой гулять. Будешь сидеть дома и дальше так спать. Мне нужна уточка. Смотри, уточка. Ну, посмотри. Я могу приближать камеру? Нет. Офигеть, и вправду бета-тест. Можно было бы немножко удобно. Ну ладно. Приближать не можем, зато камера в принципе работает. Она не динамическая, не статическая, и Honor 20 в этом плане проиграл. Ну ладно. Няш. Няша злюка. Уточка. Няша злюка. Уточка. Няша злюка. Няша уточка. Ну нет, уточка. Блин. Ваня, потом. Цел нам тут прикажет. Няш, где моя уточка? Так странно ходишь, пипец. Няш, смотри, какой мостик. Я вот тоже оценил. Прикольно выглядит. Как ты думаешь? Не так часто. Проверяюсь я на баланс. Упал. Эй, Няш. Вот добыла воду. Короче, баланса у меня никакого. Если прыгать по этим, так тем более. Я бы попытался, но, наверное, ёбнусь. Ну, давайте попробуем. И призёк. Опа. Не, ну до оттуда, вы понимаете, какая разница в расстоянии. Здесь еще более-менее могу такой попаркурить. Все. Няша, ты сволочь. Ты куда? Няш, надо туда идти. Блин, прямо из темноты что-то сложно получается. Это колесо, конечно, смущает, но а так все красиво. Вау. Та-та-ра-та-та-ра. Няш, нестабильное соединение стрима. Ух, это фигово. Короче, Няш, это лабиринт. Если ты его пройдешь, то я прощу за то, что ты уточку не нашла. В смысле? А лабиринт? Иди ты к черту. Я таки знал, что тебе без разницы на меня. А вообще лабиринт ничего тебе. Ну ладно, пройдем его по-быстрому. Смотрите правила прохождения лабиринта. Расширяем кругозор и смотрим повсюду. Тут, правда, без стенок, поэтому так легко. Они, кажется, что-то будут устанавливать на эти тумбочки. Какую-то интересную информацию. Опа. Я его пройду за несколько секунд. Лабиринты нашли. Ха, я профи в лабиринте. Ой, а Няша тоже проходит со мной? Да не, лабиринт это легкотня. Правило, иди по левой стороне и все будет окей. Так, там тупик.
Идем теперь с две. Лабиринт, лабиринт. Так, идем теперь сюда. Так, там тупик. А то проход. Окей, пройдем. Опа, опа. Во, как надо проходить. О, не ошиблям. Прям весь путь повторила за мной. Я почти прошел. Так, тупик. Ей. Солочи редкостные. Сколько там уже стриму? 15 минут. Например, парк на этом заканчивается. Ну ладно, еще погуляем так. Нестабильное сведение стрима. Бля, это циферка какая-то. Мне не безлимит вот этот печат. Ладно, на этом закончим.